чтобы подготовить репортаж для одного из журналов. Джан и Джейда посещают тренажерный зал, а Санем не желает оставлять их одних. Она вместе с Айхан временно устраивается там же на работу. С другой стороны, Санем и Джей Джей решительно настроены показать всем реальное лицо Эмре. Они следят за его поведением, выяснив, что Эмре должен встретиться с Айлин. Санем и Джей Джей немедленно начинают следить за каждым его шагом. Сможет ли при этом Санем на этот раз добиться своих целей? В это же время подготовка к презентации уже завершена. Посмотреть очередную 23-ю серию турецкого сериала «Ранняя пташка» вы сможете уже после 8 декабря. Всем спасибо за внимание, пока!